В Одессе оппозиционный блок начал сбор подписей за переименование ряда улиц. В частности, революционеры Евгения Заславского предлагают переименовать в честь известного мецената Бориса Литвака, а часть улицы Канатной назвать переулком Шалом Алейхема. Знаменитый писатель несколько лет жил в этом районе города. Одесситы уже оставляют свои подписи под петицией к власти. Затем документ отправят в комиссию горсовета, чтобы чиновники вынесли этот вопрос на сессию. В оппоблоке отмечают, что в Одессе перманентно вспыхивают баталии из-за переименования улиц, но за этими перипетиями забывают о легендарных личностях. И Литвак, и Шалом Алейхем — это люди, я думаю, против которых ни одна из политических сил, никто из одесситов возражать не будет. Это люди, которые достойны, чтобы их имя носили улицы нашего прекрасного города. Вот эти люди, которые сделали что в литературе, что для Одессы, они как-то были обойдены стороной.